Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене в гостях політичний експерт, експерт по всім питанням Михайло Кананович. Радий тебе бачити у нас в студії. Знаєш, сьогодні деякі люди просинаються з петухами, але це не стосується тих людей, які мешкають в Броварах. Сьогодні у 7-й ранку. Деякі люди, озброєні люди, почали вирішувати якісь стосунки між собою. Це виявилися маршрутчики, ці люди, маршрутчики, які офіційно працюють, які неофіційно працюють. І щось вони не поділили. І от таким чином вони зараз вирішують свої справи, не звертаючись до суду, а от так, самостійно. Про що це свідчить і що ти думаєш з цього приводу? Ну, знаете, если так начать с сарказма, то жители Броваров тоже с первыми петухами проснулись. Потому что то, что это творилось, ну, это сумасшедший дом. И это что означает? Государство не выполняет свои функции. Оно самоустранилось. Делайте, что хотите. Что хочу, то и ворочу. И раньше... В 90-е хотя бы были какие-то правила приличия, кодексы чести, там лежачего не бьют. Или вот даже с нападением вот этих отморозков с Азова, с правого сектора. Смотрите, они же и лежачих бьют, и дедушек, и бабушек избивают, и ветеранов медали срывают. Ну, это сравнивать с 90-ми даже некорректно. Это хуже, чем в 90-е. Что показали бровары? Это... То, что государство не имеет монополии на силу, кто сильнее, тот и прав. Вот я захотел сегодня поехать маршрутку, повесил себе, взял, поехал, потому что за мной 50 человек вооруженные, например, там или атошники, или какое-то полукриминальное бандформирование под предлогом охранных фирм. Хорошо, другая сторона вопроса. Как эти тендеры проходят по перевозкам? Вот как, почему выиграл, например, один, а не выиграл второй? Все распределяется, тот же Кличко, те же местные власти. Они своим подконтрольным фирмам, которые дают и откаты, а то и вообще родственники руководят этими фирмами. Вот что происходит. Это все и коррупция, и бандформирование, и... Ну, як і то, це просто, я так розумію, що люди вже не вірять, що можливо звернутися до суду, до правоохоронних органів з цим питанням, і вони його вирішать. Да? То... Абсолютно вы правы. Это ничего не вырешивается. Смотрите, даже вот я был кандидат в народные депутаты в 2016 году. Публичное избиение на камеру. Это видео в интернете есть. Все лица... виновные, определены. Мы их всех нашли через интернет, они не скрывались. Мы эти данные передали и в полицию, и в СБУ. Какие действия? Прошло 4 года. Да никаких. Ничего не произошло. Хотя, еще раз повторяю, все установлены лица, все полностью. Ну, это я хочу подякувати. Я знаю, что ты військовий и дуже добре розумієшся на зброї, що ти не вирішував питання от таким чином. Я тобі щиро дякую за це. Да, ну, конечно, потому что мы цивилизованные люди. В нормальном обществе ну, нельзя так решать вопросы. Это потому что в государстве отсутствуют суды. Отсутствуют правоохранительные органы, и люди берут на себя ответственность и подменяют эти институты власти. Кто сильнее, тот и прав. Раньше бы как сделали? Сожгли бы тихо маршрутку во дворе или на стоянке. Почему это происходит публично? Никто ничего не боится. Да я завтра привезу 100 отморозков, да я 200. И это делалось публично, днем, никто ничего не боится, и это показательно. Это показательно для других. Це дуже опасно. Я пригадую вислів Павло Ескобаро, такий дуже, дуже відома людина. Да, він казав, я готовий заплатити мільйон доларів той людині, яка буде вирішувати питання, не застосовує зброю, а словами. І я бачу, що ми зараз якраз йдемо в протилежному напрямці. І
Як доказ, це жахливий випадок, який відбувся на Житомирщині. Це, в принципі, воно все якось йде поступово. 100% це все взаємозв'язано. Це, ще раз повторюсь, люди підміняють собою інститути влади. Потому что институты власти не работают вообще полностью. Дальше, в Житомирской области что произошло? Вот говорит, ну как это, человек, пишут и говорят, человек их знал, подозреваемый вот этот, ну, арендатор этих ставков, знал 10 лет. Но почему-то он не стрелял в них до этого. Почему это произошло? Опять же, коррупция, опять же, это вымогательство, рэкетирство. Они же с него и деньги вымогали, и полиция в доле была. Хорошо, мирные рыбаки. Что мирные рыбаки делали с автоматами Калашникова на рыбалке? Пистолеты, дробовики, автоматы Калашникова. Это охота? На кого тогда охота? Мужик просто вымогали деньги, он их просто... Это, можно сказать, самооборона. Потому что он же говорил, я обращался. Но какие действия? Никаких действий. Там арестовали кого-то начальника полиции, чем это все закончится. Да он выйдет, да он вообще никогда не сядет. Потому что он скажет, ребята, если сяду я, сядет и генерал, и еще всем тем, кому он платил те же откаты. Ми вот зараз займаємося тим, що якраз згадаємо на кофейній гущі, чи оці всі випадки, тобто Кагарлик, Житомир, те, що сьогодні відбулося, воно якось вплине на те, щоб пане президенте переглянув, може, якусь іншу людину на посаді голови МВД замість пана Авакова. Ну, так, але таке враження складається, що ця людина, вона настільки... прочно стоїть двома ногами на своїй посаді, що її ніхто не може зіштовхнути. Аваков держиться на своєму місці виключно путем терору. Він тероризує і самого Зеленського, і українську владу. Він скаже, у мене під ружьем в батальйоні Азов 2000, наприклад, вооружених чоловік. Это не считая национальных дружин, не считая Азова. Вот, грубо говоря, у меня 5000 бойцов под ружьем. Завтра они придут к администрации президента, завтра они придут, это, и хорошо, выбейте их. Они вооружены. Что, и хорошо, полиция, он же имеет коррупционные схемы в самой полиции. Кого будут подчиняться полицейские, 100% зная, что у того же Авакова на них компромат. Ні, ну я розумію, це якби ми казали про ці всі випадки при правлінні пана Петра Порошенка. Ми розуміли, що пан Аваков, він досить серйозна фігура. Але ми очікували, що, в принципі, за рік Зеленського щось зміниться. На твою думку, щось змінилося в цьому напрямку? Може, зараз, ну, пан президент казав, бракує людей, бракує професіоналів. Може, він зараз якраз і підбирає якусь людину на цю посаду і від того не робить якихось таких кроків рішучих. Жизнь українців ніяк не помінялась. Абсолютно. З 2014 року жизнь, от коли случився государственний переворот в 2014 році, як прийшов режим про западний, вірніше, ставленники Запада, і так він і продовжується. Зараз можна сказати так. Шостий рік правління Порошенка. Нічого не помінялось. Просто помінялись лица. Говорит так же, как и Порошенко, будет мир, мир есть, мира нету. Будет порядок, порядок есть, порядка нету, может еще и хуже. И еще я, знаете, только отвлекусь на минуту, в нищей стране очень легко воевать. Очень легко воевать и очень легко контролировать людей. Потому что за кусок хлеба, грубо говоря, за тех же 100 долларов люди пойдут и в АТО в окопах сидеть, люди пойдут и убивать друг друга, как было в Броварах. И то же самое, что было и в Житомирской области. Давай нам сду 10 тысяч гривен за ставки, плюс рыба, плюс отдых. Это что, рэкетирство, вымогательство? Легко набрать в нищей стране бойцов для этого? Очень легко, потому что ни работы нету, и люди, те, которые уже привыкли убивать и воевать, они работать не пойдут. Дальше. Экономическая ситуация поменялась. С приходом Зеленского. Нет, не поменялось. Есть какие-то посадки, что он говорит, я там приду, всех коррупционеров посажу. Кого посадили? Никого не посадили. И то, что был телефонный разговор Порошенко и Байдена, я вам даю 100%. Такие же разговоры и у Зеленского. Зеленский бы никогда в жизни не стал президентом,
без Соединенных Штатов. Они дали, таможня дала добро, как в фильме классическом. Вот как все произошло. И ничего не поменяется. И я вам скажу так, вот Украина, это как куст калины, вот олицетворение нашей страны, красивый куст калины. Вот как говорят националисты, Богом дана нам земля. Это Богом дана нам, например, ця калина. Но они не могут понять, чтобы калина приносила какие-то плоды, от нее был толк, нужно каждодневно ею заниматься, подливать, обрезать. А этим никто не занимается. Богом дана, все, вот она есть, все, ничего не надо делать. Нам Бог дал, все, мы будем ее обрывать. И каждая власть приходит, она понимает, у меня есть 4 года. Это на старт, внимание, марш. Подбегает к этой колыне, начинает обрывать. Выборы отогнали этих, пришли другие, те начинают обрывать. Никто, никто не занимается ни селекцией этого растения. А яка пропозиція? Ну, 4 роки, значить, це мало, чи 5 років? Треба на 8, щоб людина прийшла, конечно, да? Ну, на 8 років Зеленский Порошенко, сказал, а потім Зеленский сказал, мне хватит одного срока, я там прихожу, что-то там поделаю и уйду. А сейчас говорит, нет. Я уже буду и на второй срок. Сейчас еще и Конституцию будут менять, еще и в 5 сроков. Він так чітко не сказав. Він сказав, що він подумає, бо у нього є чим думати. Если Зеленский сказал подумает, это значит, вы же знаете, откуда он. Это 95-й квартал, это вся его вот эта банда, шайка, клоуны, то, что они говорили, это... Знаете, я всегда как бы... Не стараюсь, а всегда отвечаю за свои слова и за свои поступки. Вот говорят, я голосовал за Зеленского, чтобы не пришел Порошенко. А какая разница? Вот я задаю вопрос, вот сейчас год прошел, какая разница? Порошенко, он в открытую говорил, граждане Украины, я вас иду убивать и грабить. Убивать на Донбассе и грабить в тылу. Зеленский делает абсолютно то же самое, только... не признает этого, якобы. Типа, я не такой. А на самом деле вся политика то же самое. Грабит и убивает народ Украины. И знаете, есть очень хорошая фраза такая. Политика украинской власти. Сильных в рабы, слабых в гробы. Вот это чистая правда за Украину. Если ты нищий, умирай. Если ты посильнее, иди в бандформирование, едь в бровары, едь ставки отжимай или едь на Донбасс. Вот политика государства Украина. Зеленский то же самое, что и Порошенко. И еще на то, что я отвечаю за свои слова. Я на бюллетене писал. Вот я голосую за Компартию, вот, например. Потому что если мы демократическая страна, они так себя называют, но это далеко не демократическая. Почему нацистские партии националистические могут участвовать в выборах, а коммунистические нет? Вот я как раз хотел бы перейти до такой темы, душещипательной, как то кажут. И я на бюллетенях писал за КПУ. Суд киевский визнав, что СС Галичина включається до переліку нацистської символіки. Тобто від 27 травня це відбулося. Суд близько 3 років проходив. І от таке рішення прийняли. Твоє ставлення до цього? Ну, насчет этого суда, насчет решения... 20... Мы рухаемся все же. Ну, рухаемся. Сейчас я еще объясню, куда мы рухаемся и как. Я вам скажу так, по решению этого суда, в суд подавали это сентябрь 2017 года. Почему я знаю? Я присутствовал практически на всех заседаниях этого суда в рамках антифашистского комитета. Я как антифашист, мы подали юрист... Адвокат Людмила подала клопотання, щоб антифашистський комітет України залучити як третя особа в судебному розбирательстві. І суд відклонив. Ми, антифашистський комітет України, нам не дозволили участвувати як третя особа в цьому судебному розбирательстві. Чому? Судді спугались. Судді спугались, що антифашисти відкрито, прямо будуть учасники цього процесу. Это, конечно, победа, но это победа, знаете, так с такой как бы горчинкой немножечко, потому что вот если вы почитаете решение суда, у меня и на странице Фейсбука она есть, там написано,
суд рекомендує утриматись від формулировки, то, що символіка СС Галичина не є нацистською. Утриматись, а я сьогодні не утримався. Хорошо, какое моє наказання? От вийде Вітрович і скаже, символіка СС Галичина, кстати, Інститутом національної пам'яті, ми признаємо її не нацистською. А суд скаже, ай-яй-яй, ми же тобі сказали утриматись, а він скаже, вибачте, не утримався. Какое наказання? Видите, ця формулировка така двоякая. И суд, он очень аккуратно, он и себе одно место прикрыл, и другим одно место прикрыл. Советская Украина, УССР, флаг, которым нельзя пользоваться, под этим флагом объединили Украину. Украина в нынешних границах – это советская Украина, флагом которым пользоваться нельзя. Нацистской символикой, в частности, даже той же СС Галичина – можно, пожалуйста. Вот смотрите, решение суда 27 числа, да, признать, не признать, а фактически признается символика СС Галичина нацистской. Посмотрите во Львов, заедьте во Львов. Львовского, да. Бигборды, ситилайты, поздравления 77-й годовщины СС Галичина. Весь Львов в ситилайтах СС Галичины. Вот вам и запрет суда. Украинская СССР. Флаг нельзя. Все, что связано с флагом победы, с нашей героической историей, нельзя. Все, что связано с нацистами, пожалуйста. И еще отсюда вот вытекает огромный такой вопрос. Вот информация к размышлению украинцев. С чего националисты украинские и власть националистическая украинская взяла, что буржуазная нацистская Украина будет существовать в границах УССР. Чего вот они это придумали себе? В границах УССР, это от Закарпатья, Крыма до Донецка. Ни Донецка, ни Луганска, ни Крыма уже нету. Вот вам историческая справедливость, что происходит у нас в стране. Никогда националистическая буржуазная Украина не будет существовать в границах советской Украины. От Симферополя и Севастополя до Донецка. Нет, все, уже нету. До чего дошли? И формулировка очень важна. Как в процессах судебных в Советском Союзе, когда судили бандеровца, он говорит, Бандеру не судил Нюрнбергский трибунал. Нюрнбергский процесс. Но почему-то умалчивается, что Нюрнбергский процесс не может судить клякс бандитов, таких как Бандера. Ну что, там судили первой величины преступников, а это исполнитель, это кушать подано. Но Нюрнбергский трибунал уполномочил местные суды судить местных преступников, что и было сделано советскими судами. И в судебных разбирательствах после Великой Отечественной войны какая формулировка была? Украинские буржуазные националисты. Ключевое слово, которое мы упускаем. Буржуазные. Они обслуживали буржуазию, нацистскую, фашистскую Европы. Сейчас происходит то же самое. Обслуживают Пинчука, Коломойского, Ахметова и всех остальных. Того же Авакова. Каждый буржуазный олигарх имеет свои бандформирования. Они обслуживают буржуазию? Да. Український буржуазний націоналіст. Прошу не забувати. Ну, все ж будемо сподіватися, що ми вийдемо, знайдемо свою правильну стежку, щоб не було ніяких таких пострілів, щоб працювали наші суди, працювала наша прокуратура, і все було справедливо. Ну, це потрібно міняти всю систему. Всі ми цього прагнемо. 100%. Прагнемо. І будемо до цього йти. Дорогі друзі, в рамках нашого громадського опитування ми продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні розкажуть. То блогери України. Записи розмов Порошенка і Байдена чітко ілюструють, як Україну передавали
под внешнее управление. И это все действительно тянет на приговор по статье «Госизмена» для Порошенко и всех к этому причастных. Во-первых, подтверждается, что Порошенко уволил бывшего генерального прокурора Шокина исключительно под давлением руководителей иностранного государства Керри и Байдена. Причем об этом говорит сам Порошенко, который подчеркивает, что никаких законных оснований увольнять Шокина или принуждать его писать заявление по собственному желанию не было. Yesterday I met with the general prosecutor Shokin. Yes. Despite of the fact that he didn't have any corruption charges, not have any information about the, he doing something wrong. I especially asked him, no, it was the day before yesterday. I especially asked him to resign. In, as a, his position as a state person. And despite the fact that he has a supporting power. And as a finish of my meeting with him, he promised me to give me the statement on resignation. And 1 hour ago, he brought me the written statement of his resignation. Great. Кроме одного сверхзаконного основания, требования Соединенных Штатов Америки. Они ведь у нас над законом украинским, да? По какой конкретно причине Байден давил на Порошенко по поводу Шокина из-за коррупционных схем своего сына или по каким-то другим мотивам, это важно с точки зрения расследования в США, но не столь важно с точки зрения Украины. Вне зависимости от мотивов есть четкий и понятный факт. Выполнение президентом страны указаний руководителей иностранного государства. This is my second step for keeping my promises. Второй момент. Подтверждается, что Порошенко прямо согласовывал кандидатуру нового генерального прокурора, а именно Луценко, с Байденом. Extremely strong motivation. One of the possible candidates was leader of my faction, Луценко, who is the public figure. If you think that the political motivated figure would be not very good from your point of view, I recall this proposal, I do not propose, because nobody knows that I want to propose Луценко. А после назначения Юрия Витальевича сам лично Порошенко попросил назначить ему куратора из США. Second thing, I immediately invited Luzhenko and said that he should contact your embassy, and I would be very pleased if you will have a certain person who can come either from Washington or whenever. We have here, I don't remember his name, the Ukrainian origin American prosecutor. He is a little bit old. I sent to the Jeffrey his name. And he was ready to come and to be assistant and advisor. He had a very good experience in the American system, and he can be the person of trust with the new prosecution system. I think this is exactly the right time to do that. And if he's still ready to come and to cooperate from the very first step, from the very first minute of the new prosecutor, that is exactly what I'm looking for. То есть фактически организовал иностранное вмешательство в работу правоохранительного органа Украины. Да, это госизмена. И третий момент. Порошенко по приказу Байдена в 2016 году провалил голосование за отставку премьера тогдашнего Яценюка. Именно 16 февраля 2016 года. Как раз вот этот момент вообще очень показательный с точки зрения того, как Порошенко приходилось уворачиваться под внешним управлением. Известно, что Порошенко хотел снять Яценюка, но как следует из записи, озвученной сегодня Деркачом, Джо Байден запретил это делать. In my fraction and in other fraction, it was not enough votes. Also, Prime Minister works for that, for sure. But I blocked the resignation of the government. Because I promised you. Just because. But
Now, when two fractions from four, two fractions from four leave the coalition, we do not have a majority. Далее, помните, появилась информация о том, что Ярейска и Гройсман хотят идти в премьеры. И Байден поинтересовался, что это за история. И Порошенко говорит, что он, конечно, и рад бы, чтобы Ярейска была премьером, но есть такая фракция «Самопомощь». Она за Ярейска не проголосует. А раз так, остается только лишь Гройсман, за которого в итоге и проголосовали. Помнишь, receive my proposal about the technocratic government of Ярейска. And to join coalition, because the reason of the political crisis is that the three factions, Samopomich, Batkivshina, Timoshenko, and Leshko, go out from the coalition and we left together with the prime minister in a minority. I invite Samopomich and propose them to either to support Yereska or to propose his leader as the next prime minister to support Yereska and to give now any positive answer. And this is in the situation when our United States partners give grants to Samopomich and give him the significant financial support. In that situation, I hate the idea to keep uncertainty anymore. And now, in my building, I have a Yatsenyuk, and we started negotiation on other candidates. So if Samopomich return, we're ready to support Yereska. But if it would be no Samopomich, we now start discussion about Gройсман. You remember Gройсман during your very famous and beautiful speech in the parliament, you have a discussion. Но суть в том, что буквально каждый политический шаг Порошенко согласовывался с Байденом. На этих записях иногда диалоги напоминали отчеты, знаете, местных партийных организаций перед обкомом в советские времена о перевыполнении плана. Но только планы были весьма специфическими. Порошенко прямым текстом хвастался перед Байденом, что ему удалось поднять тарифы не на 75%, как того требовал МВФ, а на целых 100. I think that within last 3 weeks we demonstrate the real great progress in the reform. We voted in the parliament 100% tariffs, despite of the fact that the IMF expected only 75%. А многие тут эксперты голову ломают, как объяснить людям, что цены на тарифы поднялись, а вот оно. Чё, Михалыч? Ну и, конечно, как качественно Порошенко подлизывает. Вот бы мне с вами сейчас оказаться в Миннесоте, говорит Порошенко. Это ли не любовь? This is very valuable for me that you find out of time for me even in Minnesota. I'm dreaming some days to be with you. Man, I tell you what, I'd like to be with you instead of Minnesota right now. Но шутки в сторону, вопрос на самом деле очень серьезный. Выльется ли все это в конкретные уголовные дела против Порошенко и будет ли ему предъявлено подозрение? Еще раз повторюсь, этот человек, Петр Порошенко, который был президентом нашей страны последние 5 лет, исходя из записей на этих пленках, передавал нашу страну во внешнее управление. То есть нами управляли руководители иностранного государства, в частности Соединенных Штатов Америки. Понятно, что вы можете в комментариях написать, это было и так известно, это было и так понятно. Для нас, журналистов, в первую очередь важны пруфы, доказательства. И вот они. И в любом цивилизованном правовом государстве сейчас бы за Порошенко уже бы выехала машинка из Государственного бюро расследований, как минимум. Но при нынешнем раскладе власти, в том, что будут какие-то уголовные дела по этому поводу, есть большие сомнения. Очень большие. Тут немає табу. Михайло, дуже дякую тобі за ефір. Як завжди, яскраве, емоційно і багато сенсу в твоїх словах, як на мою думку. Я думаю, мою думку поділяють наші телеглядачі.
Спасибо и вам за эфир, и буду повторять и повторяю. Спасибо вам, журналистам, за то, что на Украине есть еще действительно независимые средства массовой информации и непродажные. А всем жителям Украины хочу пожелать здравого смысла. Просто здравого смысла. Дякую. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.